Накануне на Актюбинском заводе металлоконструкции произошел несчастный случай, в результате чего молодой сотрудник получил травму руки. На месте ему была оказана доврачебная помощь, и на машине скорой помощи пострадавший был доставлен в больницу, где его экстренно прооперировали. Операция прошла успешно, угрозы для жизни рабочего нет. О произошедшем администрация завода проинформировала трудовую инспекцию и страховую компанию. Для пострадавшего будут применены все необходимые меры поддержки. Во-первых, на время его лечения, пока он будет проходить лечение, ему будет сохранена средняя заработная плата. Во-вторых, будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации. В плане медикаментов, в плане материальной поддержки. И ему будет сохранено рабочее место после завершения лечения и реабилитации. То есть мы предложим ему место в соответствии с его физическим состоянием, с его физическими кондициями. То есть администрация завода абсолютно адекватно реагирует. Я бы не хотел сейчас выносить никаких оценок, кто прав, кто виноват. Создана специальная комиссия. Есть законодательство, которое регулирует подобные эпизоды. Комиссия расставит свои оценки. Будет определена степень вины работника, степень вины работодателя. Поэтому я бы хотел воздержаться от преждевременных оценок. Сейчас главное помочь пострадавшему.